Всем привет! С вами команда Carb Today. Мы хотим поговорить с вами об элементах быта, и сегодня мы расскажем вам о чайниках от компании Fox. Эти чайники представлены в двух вариантах – маленький объемом 0,9 литров и побольше объемом 1,5 литра. А теперь давайте рассмотрим этот чайник поподробнее. Достаем чайник из упаковки и видим, что он находится в сетчатом чехле. Сам чайник изготовлен из прочного алюминия. Чайник имеет логотип Fox, а также прочную, надежную и мягкую на ощупь рукоятку. В чем же отличие этого чайника от обычных алюминиевых чайников? Он имеет в своем основании нагревательный элемент в виде решетки, который способствует более быстрому нагреванию. Как заявляют производители, подтверждают наши тесты, этот чайник имеет эффективность приблизительно на 33% выше обычного алюминиевого чайника. Другими словами, вы закипятите воду в этом чайнике намного быстрее. Также этот чайник имеет носик особой формы, которая очень удобна при работе с термоусадочными трубками. Когда чайник закипает, пар из носика выходит направленной струей, и поэтому вы не обожжете свои руки. Крышка у этого чайника оснащена термостойкой ручкой и отверстиями для выхода пара. Те же самые характеристики присущи и чайнику большого размера. Несмотря на то, что чайник визуально выглядит очень маленьким, его хватает на 3 полные чашки. Поэтому, если вы ездите на рыбалке в одиночку, то вам вполне хватит чайника маленького объема. А если вы ездите компанией побольше, то рекомендуем вам приобрести чайник объемом 1,5 литра. А сейчас мы проведем небольшой эксперимент и посмотрим, насколько же быстро закипает вода в этом чайнике. По итогам нашего эксперимента чайник закипел за 4 минуты 45 секунд. По опыту нашего использования этот чайник закипает примерно на 1 минуту быстрее чайников такого же объема, но которые не имеют подобного нагревательного элемента. Данные товары вы можете приобрести в магазине carbshop.ru. С вами была команда Carb Today. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте пальчики вверх, задавайте свои вопросики в комментариях. И всем привет!